Добрый день, уважаемые покупатели. К нам поступила в продажу вот такая новинка. Коляска польского производства для детей с ДЦП МЕВА. Коляска рассчитана на рост от 90 до 125 сантиметров. Коляска, значит, кресло переставляется лицом также к сопровождающему, к маме, так и от сопровождающего. На больших четырех колесах передние колеса блокируются и разблокируются. Цветовая гамма здесь большая будет. Серо-зеленый, серо-розовый, бежево-коричневый и серо-голубой цвета. Комплектация здесь просто изумительная. Значит, в комплекте предусмотрено практически все. Все, что нужно. Крыша, мешок на ноги, вот такая муфта. Фиксация здесь просто все предусмотрено. Вот такой хороший ремень. Подголовник, все регулируемое. Здесь вот такая вот боковая поддержка дополнительная. Абдуктор регулируемый. Ручка, барьерка впереди. Барьерка ставится таким образом, защелкивается. Здесь видите теплый мешок для зимы. Также можно снять барьерку и сделать эту колясочку нечто вроде комнатной. Спинка опускается до положения практически лежа, ноги поднимаются в этой коляске. Теперь смотрите, что еще в комплекте есть. Вот такой большой мешок вместительный. Сюда вниз можно много что положить в эту коляску. Вот такие вот варежки для зимы, для сопровождающего. Ручка к тому же регулируется. Тут на любой рост можно хоть опустить, хоть поднять. Сумка вот такая, просто комфортная, большая, емкая. Дождевик, москитная пленка, зонтик. Внимание, зонтик. Зонтик может тоже фиксироваться коляску. На коляску, да. Вот, вот такая вот новинка, мы сами ее вот буквально, вот, она к нам пришла, мы ее обязательно сейчас изучим, внимательнейшим образом рассмотрим. Но на первый взгляд коляска просто, вот, просто супер. Поэтому это будет достойный ответ нашей давней коляске Racer, которая просто превосходит, на мой взгляд, по количеству всевозможных опций. И вот лично мне вот очень понравился вот этот материал. Он просто настолько приятный на ощупь. Здесь все ниточки, все хорошо прошито. И вот поэтому просто рекомендуем, приходите, подберем коляску. Спасибо за внимание.